Всем привет, друзья! С вами Лелакс, и сегодня мы сделаем небольшой обзор на новую игру, которая выйдет 14 февраля от компании Ubisoft. Это For Honor. И все это благодаря, естественно, хотел спасибо сразу сказать NerdSkill. Вот его ник вы здесь видите в левом верхнем углу. Именно он нам дал доступ к своему аккаунту, потому что именно он попал на закрытое бета-тестирование. Вот я только-только зашел в игру, настроил звук немножечко, разрешение. И, собственно, хочу вместе с вами посмотреть, что из себя представляет эта игра. Небольшой такой обзорчик сделать и понять тоже, имеет ли смысл ее приобретать. Итак, что здесь есть? Ну, собственно, понятно, что, вероятнее всего, вот эта вот сетевая игра, эта галочка стоит как раз на бета-тестировании, которую мы и с вами протестируем. Персонализация здесь есть, где героев можно нанимать. То есть это рыцари, викинги, я так понимаю, и кенсе, это вот типа самураев. Нанять их можно вот за 500 золотых монет, разблокировать можно, я так понял. Прикольно. Ну, здесь персонализация, так сказать. Магазин, Deluxe Gold Edition, группа, профиль, параметры, понятно. Ладно, давайте пробовать. Время идет. Бета-тестирование скоро закончится. Итак. Ага, выберите героя. Начнем. Я предпочитаю викингов, ребята. Поэтому брать я буду его. Так, подтвердить. Не знаю, что здесь будет сейчас. И даже не знаю, что за управление, если честно. Ожидаем загрузки. Картинки красивые, как всегда у Ubisoft. Раунд один. Достаточно быстро загрузилось. Раунд один. Ну, я так понимаю, это один на один чисто. Вероятнее всего с другим игроком, который меня сейчас отмутузит. Вот так вот. То есть, если вы упали со скалы, то вы умерли сразу. Какая-то Теопа. Не буду считать ее ник. Это нецензурно. Как драться, ребята, я не знаю, если честно. Здесь надо ловить, короче, атаки врагов, я так понял. Да. Непонятно пока что. Интересно, есть обучение? Третий раунд, ну ладно. Посмотрим, что я могу. Да, меня просто тупо убивает. Видимо. Только он тоже падает, походу. Да, что-то как-то неудачненько. Я вообще не понял, как пользоваться. Сетевая. Ну-ка, а пользовательская что? Режим. Дуэль. Захват территории 4 на 4. Дуэль на 1 на 1. Бойня. Боты. Ботов добавляем. Посмотрим, что это даст. Пала, кибитка.
Так, ладно, запуск. Попробуем на ботах сначала. Обороняющиеся, атакующие. Занимаем сторону обороняющихся. И начнем. Не буду я нердскилла покупать этого бойца. Так. Это что у нас? Берсерк. Давайте берсерком попробуем. А, тут типа умений еще. Ну, если честно, интуитивно непонятно. Что мне сейчас нужно сделать, чтобы начать играть? Обзор карты. Назад. Готов. Понятно. Ну, посмотрим, что из этого получится. Интересно. А здесь, то есть, рыцари могут с викингами сражаться наоборот. Ну, то есть, в одной команде, я так понял. Прикольно. Так. Хотя бы на этих тренироваться. Атаки, короче, как-то. Так, попытка номер... Хрен знает какая. Правильно, нердскилл, такая... Так называемая моба, короче. От третьего лица с управлением... Помимо того, что здесь нужно ловить на контрол, ребята, нужно еще и мышка в этот момент попасть в нужном направлении. Чтобы отбить именно ту атаку, именно с той стороны. Ну, графа, конечно, как всегда радует. Точки мы не захватываем, потому что мы ни хрена не умеем. Кучу прямо мы зашли, раскидываем слабеньких ботов. Ну, с ботами, конечно, все это проще. Это один удар буквально громилый. И все. А где настоящие бойцы? Герои, так называемые. Герои. Это все фигня, конечно. Ага, залазит сам. Без всяких заморочек.
Так, на карте видно, где эти бойцы? Или нет? Нет, я не вижу, ребят. Надо раскидать немножко ботов. Опять меня убили. Зона С потеряна. Зона А потеряна. Вот так вот. Все зоны потеряны, потому что я не знаю, как играть. Я не понимаю управления пока что. Как блокировку сжать, ребята? Кто знает, расскажите обязательно. Можно приблизиться, посмотреть. Я понял. Перед тем, как он наносит удар, враг ваш. Есть такая красная стрелочка. Нужно зажать Ctrl и мышкой двинуть в ту же сторону. Боевой дух сломлен. И, собственно, никто не хочет меня возвращать в бой. Так, есть возможность вернуться. Внезапная смерть. Герой, видимо, здесь. Зона С потеряна. Мы захватили зону А. Да, вчетвером-то они быстренько меня одолели. Я понял, да. Действительно, нужно нажать Ctrl и мышкой двигать в том направлении, где стрелочка загорается. Поражение, ребята. Один.
3. Раунд 4. Раунд 5. Итак, друзья, подведем итог. Это очень красивая, красочная игра от Ubisoft, которая представляет из себя, собственно, мобу, действительно, ну, в большей степени моба, вот, плюс дуэли отдельные героями, то есть, где герои захватывают определенные территории, флаги, да, там, либо башни, карты, все как положено, персонализация героев своих. Их сейчас немного, 9 штук, я так понял, 3 расы и по 3 героя в каждой. Круто, красиво, но очень сложно по управлению. Не знаю, как будет это все дело выглядеть на слабеньких компьютерах. У меня 970-я видюха. В принципе, достаточно красочно, без лагов и стабильный
как у Ubisoft, стоит всегда ограничение 60 FPS. Вот. Так что, ребята, думайте, смотрите сами. Ну, игруха интересная. Интересная, но не знаю, насколько хватит ее в плане длительности игры. То есть, насколько она интересна и затянет. Поэтому всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всем пока!